Торжественная церемония вручения паспорта гражданина России состоялась 13 декабря в общеобразовательных организациях Михайловского района в рамках акции «Мы – граждане России», посвященной Дню Конституции. Казиева Анна, обучающаяся Октябрьской средней общеобразовательной школы номер 2. Паспорт гражданина Российской Федерации получает Горшкова Полина, обучающаяся Октябрьской средней общеобразовательной школы номер 2. Паспорт Российской Федерации получает Вышегородцев Александр Дмитриевич, обучающийся Октябрьской средней общеобразовательной школы номер 2. Паспорт гражданина Российской Федерации получает Гавричкина Анастасия Ивановна, обучающаяся Октябрьской средней общеобразовательной школы номер 2. Я, Вышегородцев Александр Дмитриевич. Я, Гавричкина Анастасия Ивановна. Я, Горшкова Полина Игоревна. Я, Казеева Анна Николаевна. Получая паспорт гражданина Российской Федерации, торжественно обещаю тебе, Родина, с честью и достоинством носить высокое звание гражданина Российской Федерации, своим добросовестным трудом приумножать твою славу, твое богатство. Будем во всем и всегда поступать так, как велит наш основной закон, Конституция Российской Федерации. Торжественно обещаем быть достойными гражданами России. Обещаю! Поздравили молодых граждан директора учебных заведений, пожелав ребятам в будущем сделать все необходимое для процветания Российской Федерации, Рязанской области и нашего Михайловского района. Паспорт гражданина Российской Федерации получает Виднов Даниил Денисович. Котельникова Варвара Алексеевна. Владислав Окороков, Александр Каратаев, Евгений Бастраков. Специально для Михайлов ТВ.